Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Маргарита Базылюк. Итак, надеюсь, все без исключения болельщики уже успели вернуться после заливки льда и разминки, потому что на льду выступление спортсменки, которую ни в коем случае нельзя пропустить. Чемпионка России по прыжкам, чемпионка страны среди юниоров, первая фигуристка в истории, исполнившая 2 четверных прыжка в рамках одного каскада. И все это о ней. Маргарита Базылюк. Тройной аксель. Четверной это луп, бойлер, тройной сальхов. Во второй половине программы. Тоже это безоговорочно. Практически все, кто сейчас присутствует в зале, аплодируют, включая и руководство федерации. И с этим сложно не согласиться, потому что, ну, шикарный прокат, безупречная абсолютно техника, фантастическая готовность. И, как и в прошлом сезоне, мы с вами видим, что когда Маргарита Базылюк в такой форме, бороться с ней, мягко выражаясь, очень и очень затруднительно. Ну, смотрите, тройной аксель, 3 четверных. Причем каскад, четверной тулуп, ойлер, тройной сальхов во второй части программы. Чума, просто чума. Вот он, тройной аксель. Изумительная. Филигранная техника. Каскад, четверной тулуп, двойной аксель. Комбинация, если заниматься буквоедством.
Прекрасный четверной сальхо. Ну что же, Маргарита Базалюк в очередной раз показала, что она по-прежнему намерена прибирать к собственным рукам всевозможные титулы в отечественном юниорском фигурном катании. И не только юниорском, вспоминаем прыжковый турнир. Блестящий.